саженцы мята пинеда, мента, это лекарственное травянистое многолетнее растение. Используется для озеленения приусадебных участков и оформления газонов. Высаживается преимущественно в одиночных посадках. Культура предпочитает расти на солнечных участках. Хорошо переносит легкую полутень. Для посадки мята не рекомендуется выбирать влажные почвы. Высота растения достигает 30-40 см. Побеги ползучие или прямостоящие. Листья яйцевидной формы, края зазубрены. У них отсутствует резкий охлаждающий вкус. Соцветия распускаются в июне и цветут до осени. Цветки сиреневого оттенка. Мята пинеда – это многолетнее растение. Трава лучше всего подходит для одиночных посадок. Мята прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола мята пинеда можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания мяты прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает мята пинеда в месяц июнь-август. Цветок окрашен в белый, розовый, фиолетовый, липовый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный, эллиптический. Обратите внимание, что мята пинеда – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.